Ну что, дровокол или щепкорез, кому как лучше, щепколом, дроволом, хрен знает. В действии висит уже больше года, и сейчас опять настает зима, он активно используется. То есть стоит буржуйка, и мне надо наделать тонких палочек, то есть щепочек, для того, чтобы разжечь буржуйку. Сначала щепки загорятся, потом основные дрова. Так. Вот это у меня короткая доска, конечно, но ее не хватает. Поэтому несколько ступенек сделано под разную высоту. Я приноровился уже не дорезать, а до половины резать и просто на излом брать. Можно вот так дорезать. Вполне годная вещь. Не всем, может быть, она понравится, но не всем нужна, но имеет право на существование. Я считаю, очень удобная штука, по крайней мере, у меня для гаража. Единственное, с высотой немножко промахнулся, надо было делать выше, но выше у меня система отопления. Щепок наделал очень много, на самом деле с одной доски вполне было бы достаточно для розжига буржуйки. Вторая доска уже как дрова бы горела. Такая вот приспособа. Лайки.